Всем привет! Я хочу сказать, что я немножко в шоке, потому что в прошлом видео, в котором я показывала те вещи, которые могу отдать, да, и часть из них я опубликовала на разных площадках, Каркуша, тихо. Так вот, часть из этих вещей я опубликовала, да, и там в том числе поломанные очки очень быстро забрали у меня. Но я не публиковала одну вещь, которая была в том видео. Это 3 в 1 очень крутая штука, фонарик, зарядное устройство для телефона, да, пауэрбанк и рукогрейка. То есть зимой, если мерзнут ручки, очень клево греется. Я, если честно, очень удивлена. Мне написал только один человек за этот фонарик. Вот я сейчас покажу, как он тут загорается. Так, надо нажать и подержать. Оп, загорелся. Оп, потух. Точно так же тут есть функции разными цветами, вот переключения там между режимами для зарядки телефона, для рукогрейки, по-моему, зеленая это рукогрейка. Ну, тут есть инструкция, она, по-моему, на английском. Гляну, есть тут на русском или нет. Это эйвоновская штучка, если вы встретите, я вам ее очень-очень рекомендую, можете смело брать. Да, но сейчас вот мне написал один человек, и именно этому человеку я и отправлю эту вещь. Да, здесь все только на английском, но по цветам вы поймете. Голубой цвет это для мобильного, для зарядки мобильного, зеленый для рук, то есть сейчас зеленый, я уже чувствую, как уже греет, я переключу, потому что сейчас лето и жара. Если здесь красный горит, то значит нужно ее зарядить, эту штучку, а желтый это полностью заряжено, когда проверяете. Чтобы включить фонарик, нужно тут 2 секунды нажать, подержать. Давайте сейчас. Оп, то есть тут оно ничего не загорается, тогда оно фонарик загорается. И потом опять точно так же 2 секунды нажали, выключили. То есть пользоваться элементарно, очень классная штука. Зарядка здесь стандартный USB и микро-USB. Здесь тоже стандартная USB и микро-USB, то есть если вы хотите заряжать телефон, то вы включаете ее вот так вот тут и подключаете к телефону. Да, для телефонов только для микро-USB, ну, либо своим шнурком пользоваться, если у вас не микро-USB. Вот, а если вы хотите зарядить его, то тогда вы сюда как раз включаете от микро-USB и там подключаете уже либо к вилочке своей, либо к компу, то есть к чему угодно. Вот. Здесь нету штекера для розетки, то есть, да, он идет в упаковке без штекера, то есть подключается там к компу или к своему, потому что это, в принципе, у каждого есть. Вот, поэтому вот такая вот клевая штучка отправляется девочке, которая единственная заметила, посмотрела все видео до конца и увидела про него. Поэтому, если вы хотите получить клевые штуки, то вы не думайте, что то, что я опубликовала, это все, что есть в этом видео, его не стоит смотреть. Стоит смотреть, чтобы получать гораздо больше подарков, иметь возможность получать эти подарки. Вот, и еще за мной один должок, я уже опубликовала, показывала книжечки и сорта. Да, вот этот вот, очень много про них рассказывала. Ой, одна такая расхлябанная уже и падает. Вот, очень много про них рассказывала, в нескольких видео у меня они были. Сейчас мне написали 2 девочки, которые хотят, и обе написали про книжечки и про сорта, поэтому, в принципе, мы проведем между ними маленький розыгрыш, и я думаю, для того, чтобы было более... Ну, обе остались гарантированно с подарочками, то я все же, наверное, разделю каждая по отдельности. Каждую книжечку отдельно на рендоме запрошу, и каждый отдельно, и сортер отдельно. В общем-то, переходим к розыгрышу. Он наш Веня все бесится, хочет прыгать. Вот это он вот так вот прыгает, типа летает. Но на самом деле его, когда выпускаешь, он все равно не летает. Он бегает и только вот так вот машет крыльями, он еще не может летать. Ну, а так как он срет по всему дому, то мы его периодически вот там вот садим, прикрываем, и он уже все такое активнее, уже очень много кушает. Ну, короче, ну муж очень-очень-очень счастлив от того, что он у нас есть. Итак, переходим, да, тут на канал. Тут где-то, по-моему, были
Ладно, видео пойдем. Так, найдем. Найдем, что здесь у нас было. Да, вот, кстати, вышло новое видео тут про расхламление обуви. Так, где же это у меня писали? Вот плохо, что здесь не публикуются сразу комментарии, да, не видно. Так, так, так. Где же это было? Я писала, показывала. Под днем рождения? Нет, под днем рождения не было ни одного комментария. А вот тут вот, наверное, где перебираю обувь. Ну, сейчас посмотрим. Тут девочки написали. Звук у меня отключен. Да, это я отправляла паровой утюг. О, да, я угадала. Вот, Виктория Ярош, это моя постоянная подписчица. Привет тебе. А, да, ну, не постоянная подписчица, а активная подписчица. А, кстати, паровой утюг отправлен ей, и вот после победы она была запасным претендентом. Победитель не ответил, поэтому я опять-таки напоминаю, что для участия в розыгрыше, а скоро будет розыгрыш духов, обязательно надо подписаться и поставить колокольчик. Вот я вам тут сейчас их покажу, да. А, я не покажу, потому что это мое видео. Ладно, сейчас мы проведем розыгрыш, потом покажем. Ну, в общем, под видео есть кнопочка подписаться, и рядом с ней всегда есть колокольчик. Для чего это важно? При подписаться вы просто в графе подписки, да, ну вот тут вот или на телефоне внизу, вот есть подписки, вы туда переходите и видите, когда новенькая появляется. Если же вы нажимаете на колокольчик, то вам приходит извещение о том, что появилось новое видео. Это очень важно, когда... Для тех моих видео, почему у меня это важно? Для тех моих видео, когда я говорю первому написавшему отдам, да, тогда очень важно, кто первый напишет. Там, где я говорю, что я среди желающих разыграю, то там, конечно, можно просто нажать на подписаться и периодически заходить и просматривать. Ну, опять-таки, мы такие люди, что мы забываем заходить просматривать, поэтому лучше все-таки ставить колокольчик и не забывать просматривать и получать подарочки, потому что подарочки получать всегда приятно. Так. Отвечаем. Давай номер один поставим. Номер один. Неделю назад, вот я неделю, вот это вот все у меня руки не доходили, много работы. Номер два. Вот. И сейчас мы разыграем все по частям. Так, ну публикуйся. Ты чего не публикуешься? Так, переходим на рендом. Где тут буковка R у меня вверху? Вот она у меня есть. От 0 до 18. Давайте мы обновим, чтобы... Вот, когда страница обновлена, здесь высвечивается от 0 до 100, до 100, а дальше можно свое ставить. Вот, значит, тут мы пишем 2 и нажимаем... А, подождите, сейчас мы тогда должны определить, что мы будем первым. Ну, давайте первым, конечно же... Наш сортер пойдет. Давайте вот тут я его покажу. Одна выпала штучка. Вот такой вот он наш сортер. То есть сортер будет у нас первым. И сейчас мы увидим. Нажимаем Generate. Опа! Два. Номер два. Окей. Дальше мы берем книжечку. Да, про Каролину. Такая большая, клевая, она мне очень нравится, и Радомир ее любил, но мы ее уже 150 раз читали, и у нас куча других книжечек. Я решила отдавать, так как она нестандартная, лучше почитайте вы, отдадите дальше. Итак, нажимаем снова Generate. Думаем, думаем. Опять номер два. Ну, номер два сегодня очень-очень везет. Теперь книжечка Цыпа. Ну, я надеюсь, номер один все-таки уже пойдет. Давайте нажимаем Generate. Номер один. Ура! Отправим. И у нас осталась книжечка. Различаем цвета с очень прикольными заданиями тут. Ну, он там дорисовать всякие все. Она вообще нами не пописана. Я как-то прозевала, когда нам надо было ею заниматься. Вот. И книжечку различаем цвета. Мы отправляем номеру один. Вот так вот у нас поделилось. То есть номер один, две книжечки, а номер два, одна книжечка и один сортер. Поздравляю вас.
Все, всем пока-пока. Кто хочет получать подарочки, или может сразу вам показать подарочки. А давайте я вам сразу покажу подарочки. Итак, что я еще могу отдать? Вот такое сиденье для унитаза. Голубенькое, клевенькое, вообще мне оно очень нравилось. Единственное, что тут вот слегка вот есть надломанное. Видно, не видно. Вот тут вот, вот есть трещинка. А так очень клевое. Радомир еще стразиком ему приклеил. В общем-то, вот такое вот сиденье для унитаза. Тут вот силикон, чтобы оно не скользило. В общем, очень-очень прикольное. Ну вот единственное, что вот тут вот есть чуть-чуть надломанное у нас. Вот. И самый обычный горшок, если куда-то на дачу, еще куда-то на... Тут тоже вот тут вот есть небольшая трещинка, а так он целый и тоже со стразиком. Ну, в общем-то, да. В общем, кому надо, пишите. Да, как только у меня будет время, я сразу отправлю. Если будет один желающий, то отправлю сразу же, как и пауэрбанк одному человеку. Если будет несколько желающих, то разыграю так же, как книжечки. Все, всем пока-пока. Подписывайтесь на каналы и не пропускайте выходы новых видео, да, чтобы знать, что я приготовила на отправку для следующего своего подписчика. Все, всем пока-пока, удачи вам!